мы делали реакцию на итальянский музон. И что-то у нас не особо много просмотров они набирают. Но ладно, попробуем еще разок. Сфера e Basta, песня Нотти. Погнали. Так, это где интересно? В каком-то парке аттракционов. Цепи, 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 цепи. А, это вообще Франция, что ли? Мне уже нравится. Мне просто ничего не хочется говорить, просто хочется слушать и наслаждаться этой песней. Итальянский артист еще так выглядит неординарно. Tutti i giorni, sì da giorni. La mia stella brilla in cielo in queste Офигеть вообще. Это что такое там летает? Деньги что ли? Mi vogliono diverso, ma ho giurato a tutti che sarei stato me stesso. Так, пошел другой голос. Successo ne ho le view su YouTube. Это он типа посмотрит на право. Голове свои считает. Sta mangiando al ristorante, ripenso a quando a casa si mangiava solo pasta in bianco, ma non piove più. Мама стрелила. Giuro che era ciò che sognavo. Вообще-то мне хочется подпевать. Tutti i giorni, sì da giorni. Brilla in cielo in queste notti. Офигеть вообще, какой клип, какая песня. Как я понял, этот клип был снят во Франции, да? Ну, по крайней мере, в Париже, я думаю. Или где-то еще есть Эйфелева башня. Блин, такая просто песня атмосферная, такая мелодичная, такая просто... Просто не знаю, что сказать. Блин, этот чувак вообще красавчик. Просто на... Ребята, просто напишите, что вы думаете об итальянской музыке. Я думаю, она очень крутая просто. Просто бесспорно. Да, надеюсь, этот видос соберет побольше просмотров, чем остальные наши реакции на итальянскую музыку. Там что-то 4000 просмотров было максимум, по-моему, на два каких-то известных артиста. И это за 2 месяца. Так что не знаю, надеюсь, итальянцы увидят этот видос, и у нас будет больше просмотров, и тогда мы будем больше делать итальянских реакций. Так что, ребята, если вам понравилось, шерьте это видео, ставьте лайки, и мы обязательно сделаем больше.